Ух ты, и снова я. Александр Кривлак, печенье. Ребята, шелковица. Черный принц. Эта шелковица Черный принц была проколирована в 2015 году. Это шелковица Черный принц моего соседа. Шелковица Черный принц — это летний сорт. И средний срок созревания. Сорт шелковицы с большими плодами. На вид плоды черные, блестящие, приятные на вкус. Кисло-сладенькие, кисло-сладкие. Шелковица Черный принц дает очень обильный урожай. Видим? Много. Очень-очень много шелковицы на ней. Я дома тоже прививал. Брал у соседа черночки, прививал дома. Но моя шелковица зимой вымерзла. Я прививал ее на сквозняки. А здесь, вот, здесь закрыта шелковица с северной стороны терновником. Здесь растет терновник. И зимой не так продувает северный ветер. Шелковица Черный принц. Смотри, какая. Ягода большая, да? На вкус сладенькая, кисло-сладенькая. Смотри. Обалдеть. Смотри. Шелковица. Какая. Самое лакомство для детишек. У соседа сейчас как раз внуки приехали с Мелитополя. Вот они и бегают к этой шелковице. И кушают. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята. Шелковица Черный принц.